Салям алейкум. Сегодня хочется бой, конечно же, с французом. Он теперь уж серьезно. Кто выиграет? Борьба или бразильский джиу-джитсу? Ладно, сейчас тогда посмотрим. Так, зачем я это сделал? Фиг его знает. В таком ударе. Отцовская школа показывает, как нужно и куда нужно, да? Пропускали базара 0, но борьба тоже на своем уровне держится, вот. Можно так выражаться. Пойдем в клинч, что теперь будем делать? Вазелин. Так, ладно. Еще минус 13, да? Получается. Француз держится. За это отдельный респект. И в ударе, и в борьбе мы его выигрываем. Абсолютно. Это должен дать нам 2 очка. И да, он, судья, дал нам это. Так, используется хотя бы этот. Да, можно теперь. Борьба. Поднимаемся опять. Стендап. Поднимается он тоже. О, смотрите, он поднимается. Что теперь мне делать? Так, обычная норма. В принципе, если он какой-то хоть большой удар, то можно его получить. Допустим, этот. Хотел борьбу, сделай ему бокс. Вот так и побеждаем француза. Вот так и побеждаем его, француза. Быстро, технично и экономно. Как я люблю. Так. Пятая победа подряд. Так что всем желаю удачи. До свидания.